Правительство России утвердило обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. С точки зрения географии список не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны. В 90-х годах в перечень вносились многочисленные изменения. Это привело к его неоднородности, отсутствию четкой структуры и трудностям в правоприменительной практике. На этой неделе указом президента старые нормативные акты были отменены, и правительство утвердило новый перечень. Он, как и указ, вступит в силу 1 января. Таким образом, жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции этого документа, в том числе Карелии, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.